С июля в Воронежской области на протяжении 12 недель подряд врачи фиксировали рост количества заболевших коронавирусом. Еженедельные данные за это время выросли в 20 раз. И вот, наконец-то, цифры поползли вниз. За последнюю неделю в ФБУ Центр гигиены и эпидемиологии поступило 1157 экстренных извещений, что на 15% ниже предыдущей недели. Сейчас COVID-19 стал обычной сезонной острой респираторной вирусной инфекцией. Вирус циркулирует постоянно. От коронавируса есть прививка. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок также определены группы риска, которых прививают. Это не все население. Поэтому, учитывая, что вирус изменчив и в настоящее время появляются новые штаммы, разработкой вакцины продолжают заниматься, и в будущем будет наработана вакцина. В регионе сейчас распространен геновариант вируса омикрон. В региональном управлении Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, обращаться за помощью к врачам и, конечно же, соблюдать правила личной гигиены.